Спортивное утро начинается с команды Fit. Мы работаем для вас и с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Сегодня в фитнес-путешествие с нами отправится фитнес-тренер Татьяна Панова. Танечка, скажи, пожалуйста, при похудении есть ли какое-то особенное секретное соотношение БЖУ? Напомню, БЖУ – это соотношение белков, жиров и углеводов. Как такового секретного соотношения, нет. Важно соблюдать дефицит калорий, либо профицит калорий, и придерживаться нормы белка. Это в среднем от 1,2 до 2 грамм на килограмм веса, в зависимости от цели. И жиров – это в среднем от 0,8 до 1,2 грамма на килограмм веса. А углеводы? Углеводы уже идут по остатку. Очень полезная и нужная информация. Учтем. Начинаем. Ну что, приступим? Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний. Уходим в выпад. Начинаем с левой ноги. Правую назад. Поехали. Подставили. Подставили. Побыстрее. Еще. 3. 4. Спинку держим ровно, корпус вперед не заваливаем. И усложним подъемом бедра вверх. Восемь. Семь. Шесть. Пять. 4. 3. Еще немножко. И последний. Меняем ногу. Подставили. На усилии выдох. Ручки перед собой для равновесия. Еще 10. 9. 8. Дышим ровно. 4. 3. 2. Последний. Усложняем. Поехали. Еще. Еще 10. 9. 8. 7. 6. 5. Еще 2. И последний. Восстанавливаем дыхание. И последний. Вниз. Делаем мах ноги вверх и отведение ноги в сторону. В сторону. Вверх. В сторону. Вверх. В верхней точке можно на секунды зафиксировать ногу. 7. 6. 5. 4. 3. Еще 2. Меняем ногу. Вверх, в сторону. Вверх, в сторону. Не забываем дышать. Еще 3. Последний. Закончили. Потянем немножко наши только что проработанные мышцы. Встаем. Вдох. Выдох. Всем хорошего дня. Пока. А закончить сегодня хочется такой фразой: верьте в себя, и у вас обязательно все получится. Чудесного дня, друзья. Всего доброго. Пока.